господа, дорогие друзья, набрав 17 очков в 10-м традиционном мемориале Анатолия Степанова, на четвертую ступень пьедестала почета поднимается команда «Октябрьский», город Октябрьский. И наши аплодисменты этим парням: Игорь Конин, Аслан Файсулин, Жигер Сипота, Марат Гатиянов. Итак, друзья мои, кубок за четвертое место, памятный кубок команде из Октябрьского. Вручи Игорь Иванович Дмитриев поздравляет спортсменов и наш талисманный слайд. Продолжаем. Набрав 19 очков в сегодняшнем огромном празднике большого спидвея, на третью ступень перестала почета поднимается команда «Турбина», город Балаково, Ханс Андерсон, Илья Челов, Виктор Кулаков, Владимир Парадулин. На третьей ступени пьедестала почета. Ребята, красавцы, Ханс, Илюха, Витя, Володя. Спасибо вам за участие в нашем празднике. Кубинский получил этот кубок за третье место. Не разумеется, крепкое рукопожатие от Лаки. Дамы и господа, набрав 26 очков в сегодняшней гонке, на вторую ступень пьедестала почета приглашается команда спортивного клуба «Восток», город Владивосток. Павел Макута, Марк Кремов, Сергей Логачев, Анжи Ильяс. Приветствуем вас, парни, красавцы, бились достойно, сражались до последнего. И поэтому сейчас Олег Анатольевич Бурбуски включает кубок за второе место. Замечательный парня. Паша, Марк, Серега, Анжей, мы благодарим вас, парни! Дорогие мои, набрав 34 очка, на первую ступень пьедестала почета, под наши несмолкающие аплодисменты, поднимается команда спортивного клуба сегодня нас порадовали. Все показали достойный, высочайший уровень. И, конечно же, стремление к борьбе. И, кстати, специальный приз. Благодарность от председателя областной коллегии судей Геннадия Бролева за волю к победе. Также сегодня вручает Геннадий Абролев. Ну и, конечно же, мы благодарим вас, ребятушки, и говорим вам огромное спасибо, сердечное спасибо. Браво!